Ульянина в составе Раменского района имеет статус сельского поселения. В его состав входит 20 населенных пунктов. За последние десятилетия численность населения значительно выросла и в настоящее время составляет почти 4500 человек. По словам Сергея Анурьева, день рождения поселения впервые празднуется с таким размахом. Возле Дворца культуры «Рубин» собралось много детишек, для которых была подготовлена интерактивная программа с мастер-классами, батутами и катанием на лошадях. В течение всего праздника ребят развлекали веселые аниматоры. А что вы вообще можете сказать о людях, которые живут в сельском поселении Ульянинское? Какие они? Ну, во-первых, они прекрасно знают музыкальные инструменты, что, конечно, не может не радовать. Во-вторых, это очень веселые люди, мы сейчас заметили, потому что мы общались в основном с детьми, но в диалог все время очень настойчиво включались родители. Было забавно, с юмором у них тоже все хорошо, ну а детки просто милашки. Однозначно я сказать не могу, за что я люблю свое поселение. Ну, за то, что вот, с каждым годом все краше и краше становится. А смотрите, сколько много детишек в поселении. И какие они радостные и светлые. Мне самому даже удивительно. Я редко очень так выхожу из дома. Вот. Пришел сюда, посмотрел, сколько же много у нас здесь детей. Неужели, думаю, все в нашем поселке живут? Народ с удовольствием поддерживает все наши инициативы, все наши традиции. И люди с удовольствием отозвались сегодня и пришли отдохнуть, погулять с детьми, повеселиться, посмотреть концерт, послушать нас, послушать друг друга. Поэтому, ну, это хорошая традиция, я думаю, что она у нас будет продолжаться. Поэтому люди с удовольствием относятся к таким вещам. И у нас очень хорошее поселение, благоустроенное, жители всегда по-доброму относятся ко всем начинаниям, которые мы проводим в поселении, всегда нас поддерживают, за что им огромная-огромная благодарность. Статус сельского поселения Ульянина оправдывает в полной мере. Основным направлением здесь является производство мясо-молочного животноводства и выращивание зерна. Основным фермерским хозяйством считается ЗАО «Племзавод Ульянина». Как отметил глава района Андрей Кулаков и глава поселения Сергей Анурьев, в последнее время огромное значение уделяется развитию благоустройства. В сочетании с живописной природой ульянинского поселения местные достопримечательности в виде фонтанов и ухоженных скверов создают особую атмосферу. Я очень люблю это место, и каждое лето я очень жду, чтобы сюда приехать. То есть вы здесь отдыхаете, да? Ну да, у нас здесь дача у бабушки, и это самое, наверное, лучшее место, которое могло быть. Здесь есть школа, здесь есть детский сад, здесь есть все условия для того, чтобы дети нормально себя чувствовали, могли получать образование. Я вот в последнее время ездил по различным сельским населенным пунктам и убеждаюсь в том, что там действительно созданы городские условия. Во дворах, в различных общественных зонах, многое сделано по развитию инфраструктуры. Это важно. Ремонтируются и реконструируются клубы, которые являются центром культурной жизни поселений. И вот совсем недавно мы были в Рыболово, вот даже в самом центре, в Рыболово, само собой, там все благоустроено и так далее. Но это центр, да. Заехали в Сторонниково, там площадки такие, которых нет в некоторых городах Московской области. Я считаю, что в этом направлении надо двигаться и дальше и создавать такие условия для того, чтобы наши жители ощущали себя комфортно там, где они живут. Общий трудовой стаж Галины Ивановны 33 года. Из них 25 педагогического. Галина Ивановна – человек ответственный, принципиальный, но в то же время доброжелательный и тактичный. Все же основная ценность любого поселения – это жители. На сцену возле ДК «Рубин» за заслуженными наградами выходили специалисты, которые трудятся на благо развития сельского поселения Ульянинское. Завершилось празднование концертной программы и дискотекой. Екатерина Алфимова, Андрей Пластунов, Алексей Гущин для программы «Городские вести».